Друзья, всем привет! Приобрел я новый сифон для нового своего аквариума. Старый использовать не хочу, потому что переживаю, что попадут улитки Мелани. Это такая улитка, которую вывести, ну, честно говоря, мне кажется, что вообще даже нереально. Потому что я уже только не пробовал, в общем, результат у меня, можно сказать, нулевой. В общем, приобрел вот такой вот сифон, производитель Нидерланды. Фирма, я не знаю, как она правильно называется, то есть, либо EBA, то ли EBA, в общем, как-то так. Это размер М-ка, если присмотреться, вот здесь вот есть, значит, размеры от S до M, максимальная 40 сантиметров. То есть вот у меня на данный момент M. То есть высота вот этого самого сифона до шлангочки составляет 40 сантиметров. Так или это, или нет, сейчас я, друзья, все-таки проверю. Взял рулетку и... Мы проверим. Вот берем от одного основания до второго. В самом деле 31 сантиметр. Ну, не знаю, то ли подделка какая или что. В общем, суть не в этом. Главное то, что пластик здесь прочный, крепкий. Шланг силиконовый. В общем, диаметр. Не скажу, потому что верить тому, что здесь написано, как-то даже не знаю, стоит ли. Сейчас возьмем ножницы. Откроем это дело. Да. Так будет быстрее, нежели я буду ножницами сейчас. То есть в разрезалке играть. Берем. Вот он, шланг. Шланг был длиной 2 метра. Это в описании. Как на самом деле, не знаю, сейчас проверим. Распаковал. В общем, вот. Если взять таким вот образом, то на ширину рук еще даже немного остается. Прикинул на рулетку. Шланга здесь даже с запасом. 2 метра и 5 сантиметров получилось. Что мне нравится в этом сифоне? В этом сифоне мне нравится то, что здесь есть внутри шарик. Я бы с радостью, конечно, снял бы вот эту штуку. Показал бы вам, где он там расположен. Ну, вот вы слышите, что он там есть. Но снять я эту штуку не сниму, потому что она сидит на герметике. Здесь с этой стороны есть вот такая насадка, которая очень легко снимается. Можно использовать сифон без насадки. Я буду использовать с насадкой. Объясняю почему. Потому что при использовании без этой насадки бывает такое, что когда вы делаете заглубление таким вот образом в грунт, грунт начинает столбиком подниматься, если он имеет свойство немножко слеживаться, по трубке вверх, чего бы мне очень сильно не хотелось. А вот такая насадка, она не дает возможности грунту подниматься столбиком в трубку. То есть он равномерно будет вот здесь вот перемешиваться и оставаться на месте, а какашки все будут уходить в трубку. По диаметру шланга, ну, наверное, миллиметров 9 будет. Сейчас мы узнаем. С единички не буду, потому что металл. Так. Ребята. 12 миллиметров диаметр шланга. Сейчас мы его оденем. Отлично, плотненько садится.
Я думаю, что дальше нам, в принципе, и не стоит его насаживать. Вполне достаточно этого. Сидит он плотно. Для примера, друзья, взял еще один свой сифон. Это я его приобретал на Алиэкспрессе. Здесь тоже когда-то был шарик. Мне его пришлось убрать. Трубка эта снимается, но что-то она, видимо, уже прикипела. В общем, в чем минус этой трубки? Минус этой трубки в том, что здесь стоят уплотнительные манжеты в виде резинки. Вот этот крантик, он имеет свойство перекрывать и открывать подачу воды из трубки на шлангочку. Я им на данный момент не пользуюсь. И никогда, в принципе, не пользовался, чтобы не износилась вот эта резинка. И водичка у нас не побежала где-нибудь здесь, в районе вот этого вот вентиля. Значит, еще что. Здесь нету такой насадки, как в том сифоне. И когда я начинаю сифонить грунт, только вставляю трубку в грунт, грунт у меня начинает, более мелкая фракция такая, в районе 1-2 мм, поднимается столбом в этом сифоне. Мне приходится его вот так вот, такими движениями вытрясать оттуда. Клапан отсюда его убрал, потому что камушек попадает, улитка попадает, он заедает и проток воды уменьшается. Также диаметр шланга здесь, ну, приблизительно 6-7 мм. То есть намного меньше, чем у этого сифона. Сифон этот старый я использовать не буду на своем новом аквариуме. Мы его убираем в сторону. Он у нас будет рабочей лошадкой тех аквариумов, в которых у меня сейчас расположены мальки. Сейчас я, друзья, хочу попробовать сифон этот в деле. Будем действовать по инструкции, как указано было на коробке. Нужно вот такими движениями не получается у меня. Не получается. Сейчас попробуем правую. Побежала водичка. Побежала с такой скоростью, что просто обалдеть. По сравнению с тем сифоном, который у меня рабочий конек, это небо и земля. Сейчас я попробую сифонить грунт. Это просто сказка. Грунт не поднимается по трубке. Поднимается только муть. Так что рыбки накатывают. Очень мне понравился этот сифон. Классная вещь. По окончанию работ, друзья, я себе вот приготовил такую вот крышку от торта. Может, кто-то и ходит по магазинам, покупает торты. Видел, что торт упакован в пластиковую упаковку. Так вот, именно крышка от этой пластиковой упаковки мне очень сыграла хорошую роль. Для того, чтобы не портить основание тумбы, сифон после работы ставлю сюда, губка после того, как протер стекла в аквариуме, тоже в эту же коробочку, аккуратненько поставил, в тумбочке закрыл, и через недельку можно опять спокойно пользоваться, без каких-либо последствий для тумбы. Вот такие вот, друзья, на сегодняшний день новости.
Сейчас буду с вами прощаться. Всем желаю отличного настроения, удачи в аквариумистике. Всем пока!